Привет, дорогие друзья! В прошлый раз я вам пообещал много и много интересного, и сейчас я поделюсь тем, как можно скрафтить патроны. Ну, к сожалению, не все патроны можно крафтить, но сегодня я расскажу, как скрафтить бакшотс и слакс. Для этого нам понадобятся shells, то есть гильзы, одна пачка гильз и две пачки болтов. Мы получаем 6 бакшотс. Крафтим. А для того, чтобы получить слаги, нам нужна одна пачка гильз и две пачки болтов. И мы получаем 6 слаг-патронов. Теперь мы можем заправить наш молух или обрез, или еще какой-нибудь дробовик, и стрелять сколько влезет. На этом я видеоролик заканчиваю, и в следующий раз я вам расскажу, как построить пристань.